Как население относится к референдуму? Вы знаете, несмотря ни на какие угрозы и ни на какие опасности, люди идут на референдум и идут, голосуют. Но здесь, конечно же, здесь такой особенный район. И, конечно же, здесь руководствуется прежде всего безопасностью для людей. Референдум проходит спокойно. Самое главное, что никаких нарушений, какие могли быть, нет. И, конечно, понятно, что сегодня второй день, впереди выходной. Мы надеемся, конечно, что все жители Луганской Народной Республики, Донецкой, Запорожья, Херсонской, это будет достаточно времени для того, чтобы они выразили свое мнение и свое волеизъявление и сделали свой выбор.